Чебоксарах продолжается ремонт дворовых территорий. Состоялась общественная приемка работ по благоустройству дворовых территорий у дома номер 27 и у домов номер 30, 30 корпус 1, 32, 32 корпус 1, 34, 36, 38 по улице Хусангая. Работы на данных дворовых территориях выполнены по подпрограмме благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики, программы формирования современной городской среды на территории Чувашской Республики. В этом году общая сумма финансирования составляет по программе формирования современной городской среды 312,5 миллионов рублей. И, значит, уже сдаются объекты. Сегодня мы на общественной приемке объекта Хузангая 27, Хузангая 30-36, подрядная организация «Кермень». Есть некоторые замечания, но они будут обязательно устранены до приемки объекта. Члены общественной комиссии высказали предложение по устройству искусственных дорожных неровностей. Места указали, места. Значит, есть места, где нужно ввиду наездов мусоровозов переустановить бордюры. В целом мы в год празднования 555-летия планируем, что основные объемы работ будут выполнены до 15 августа. Обратная связь от жителей очень важна, отметили в управлении жилфондом города Чебоксары, поскольку это помогает сделать работу более эффективной. Ну, вообще, любая обратная связь, она всегда фиксируется, значит, и депутатами, и управами, ну, и в том числе нашим учреждением, управлением жилфондом, есть, значит, все возможности воспользоваться любым каналом связи. Это и обращение через, значит, портал госуслуг и любые каналы связи. В ходе приемки было обращено внимание на заделку технологических отверстий, установление примыканий проездов, парковков и замену бордюрного камня. Комиссия также указала на необходимость переноса опоры освещения по согласованию с АО «Горсвет» и рассмотрела варианты устройства искусственных дорожных неровностей. Елена Яковлева, Антон Небытов, «Жизнь столицы».